Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды. Интересно, меня сбросили или нет? Как вот ты думаешь? Мне кажется, что сбросили. До двух звезд в Лиге Мастеров. Сейчас посмотрим. Так, где у меня тут бой? Турнир. Ну, как видишь, сбросили до 75 ранга. Короче, друзья мои, сегодня цель такова, чтобы мы с тобой поднялись в топчик. То есть на первое место. Так что придется попыхтеть. Ну что? А, подожди, у нас задание ежедневное, конечно же. Хотя, подожди, это мы успеем. Давай вначале все-таки сыграем на арене. Поехали. Че нам, 24, 17, 24 не дадут. Судя по всему, да? Скажут, обойдешься. Ну да, так оно есть. Ладно, возьмем с тобой Хаялу. Халява. Так, подожди-ка. Мне здесь мало будет одного Армагоши, поэтому я возьму, пожалуй, здесь еще Супер Шреддера. А вот вместе с ним пойдут у меня уже довольно слабые персонажи. Кстати, тут же Хан. А Хан у нас довольно такой проворный чувак. Ну-ка, Шреддер, давай. Ты дич, ничего себе, он сразу двоих вынес. Ну и Армагон здесь, конечно же, прихлопнет своим валуном. Хочу просто как можно быстрее, ребят, зайти в топчик, потому что сейчас начинается у меня рабочая смена, причем их будет две по 12 часов. Ну, ты сам понимаешь, да? Блин, а нам с тобой подниматься, подниматься и подниматься. И я боюсь, откатов у нас не хватит, и купить я не смогу. Вот это, конечно, беда. Блин, ну неужели... Блин, ну вот придется вот так вот делать. Другого выбора нету. Плохо. Я не думал, что меня сбросят так низко. Я буквально сколько, ребята? Ну где-то часов 8 всего лишь. Или нет, вру. 12 часов где-то не поиграл, и меня вот так вот шваркнули. Еще бы чуть-чуть, и я вообще бы оказался бы в мастере одна звезда. То есть идет довольно жесткая битва, да, у нас за топовые места. Поэтому, как говорится, зевать тут не приходится. Если ты немножечко где-то пропустил, вот, например, я сейчас уйду на работу, да, через 12 часов я приду, не факт, что я опять не окажусь в Лиге Мастеров 2 звезды. Это не факт. Меня сбросят туда только в путь за такое-то количество времени. Да, но радует только лишь одно, друзья мои, что у нас пока еще четверг. Я не знаю, видосик я успею выложить сегодня или он уже будет в пятницу. Там у нас будет два события на Супер Шреддера. Попросили, чтобы я его прошел, так уж и сделаем. Пройдем это испытание. Потому что фармить особо-то некого, хотя как некого, кого я обманываю. У нас есть фарм и Леонардо Видение, да, и Леонардо Ролевой. То есть как бы... Все в теме, но опять же шанс. Шанс выбить себе эти два ДНК очень маленький. Плюс не забывайте Кунаичи и Шинигами. Все эти персонажи мне нужны. Мне нужны на них ДНК, чтобы я смог их как можно быстрее прокачать. Мы сможем с тобой уже, по крайней мере, делать какие-то турниры показательные, да? Когда у нас будут уже, ну не знаю, львиная доля наших персонажей, прокачанных в платиновый ранг. Вот когда они будут все в платине, тогда, как вы просили, составы будут, и тогда я могу какие-то делать выводы. Многие просто задают вопрос, кто твой любимый персонаж? Как ты думаешь, кто самый сильный? Ребята, на данный момент я уже говорил, кто самый сильный у меня. А вот насчет самого любимого персонажа, ну, наверное, это Леонардо и Усаги. Ну, а нравится мне, конечно же, Армагон и Супер Шреддер. Очень нравится Крэнк тоже, хотя он у меня еще не прокачан, но он мне нравится, не знаю. Эти антигерои как-то вот, по идее, их должен ненавидеть, но, друзья мои, если бы не было антигероев, то не было бы и героев, согласись. Так что как бы их ненавидеть нельзя. А то, что они мне нравятся, как они выглядят, да, тут не поспоришь. Крэнк, тут он такой забавный. В мультсериале он такой мерзкий, а тут он именно что забавный. Особенно, когда он получает люлей и падает в своего робота обратно с такой кислой миной. Ну как это
не умильнуться. Так, ладно, давай забомбим уже этих хламонов. Мы с тобой на каком месте-то, кстати, я уже тут заговорился. Вот всегда так, когда я начинаю что-то, ребята, говорить, думать, сам в себя уходить, я начинаю очень много чего пропускать. А, так мы с тобой еще... Мы еще до сих пор не зашли в Лигу Мастеров 3 звезды, вы серьезно? Я в шоке, друзья мои. Я думал, что мы уже на трех звездочках там болтаемся. Угу. С 11 откатами мы, пожалуй, сегодня топчик-то возьмем с тобой. Ага. Моим планам не дано и не суждено сбыться, так скажем. Так, сегодня хочу, друзья мои, еще поиграть в безумных черепашек, в Madness. Точнее, безумные ими мутанты. Но я не знаю, хватит ли у меня времени, потому что собираться мне надо где-то в часов в 6, а уже... 5-й час. То есть мне нужно здесь поиграть, еще туда перейти, там поиграть. Но там очень сложно. Я не могу пройти там компанию, меня разбирают. Просто ребята разбирают, и ничего я сделать не могу. Мутагена не хватает, прокачки не хватает. По мощам я вообще там полный профан. Но тем не менее надо сыграть. И с Юрским парком, друзья мои, я не знаю, что делать. Он вылетает у меня. Вылетает с периодичностью, ну, так скажем, 3-5 минут. То есть, вот ты играешь, 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 он как вот по таймеру, да, время проходит. И игра вылетает на рабочий стол. Мне приходится опять перезаходить. И вот представь, да, если ролик идет 30 минут, грубо говоря, то сколько мне надо будет вот таких вот пауз делать, потом это все вырезать через каждые 3-5 минут. Ну, это офигенно. Пробовал поставить на другой эмулятор. Она идет там вообще с багами. Зато на телефоне у себя она идет просто идеально. Просто без глюков, без багов. Я не знаю почему. Что это за защита такая стоит? Или, я не знаю, скрипты какие-то неподходящие. В общем, на эмуляторе я заметил много игр. Вот даже там, та самая игра, которую я вчера вам показывал, да? Шторм. Она у меня на втором экране, на втором раунде, да, ребята, выдает ошибку. Я ее поставил специально на телефон проверить, работать она будет или нет. И она пошла дальше спокойно, без каких-либо критических ошибок. И все четко. Я не пойму, в чем проблема. И это касается многих игр. Например, у меня вот на телефоне Angry Birds Epic идет зашибись. На компьютере я ее не могу, ребята, запустить, понимаешь? Потому что у нас не совпадение какой-то там цифровой версии или что-то такое. Почему? Не знаю. И объяснить это вам не могу. Несовпадение почты и еще какой-то бред, хотя на телефоне у меня все это работает. Ладно. Хотел, думал, с телефона поиграть. Так не могу себе поставить Miracast. Точнее, она как бы есть, мой процессор поддерживает эту систему, но почему-то не можем синхронизироваться. В общем, какие-то одни проблемы у нас пошли. Так, ну что, 51-я позиция, как ты видишь, 5, всего лишь 5 откатов. Всего лишь. Как мне здесь, ребята, выбиться? Если бы у меня хотя бы было $250, я бы купил бы еще бы 10 откатов и горе бы не знал бы. И мы с тобой бы обязательно были бы в топчике. Но тут... Тут у меня какой-то косяк. Не выйдет ни шиша, да? Так, давай, Усаги, кромсай, руби их. Угу, неплохо. Армагоша добиваем. Кстати, хотела Карайка сходить, но на ней висел постепенный урон, поэтому она и отдуплилась. Она не успела ничего сделать. А так бы она свои, если бы кунаи бросила, ух... Три персонажа у меня как минимум бы упали. Так, ну что, какая там? 35-я позиция? 38-я. Не хватит, к сожалению. И меня это очень сильно злит. Очень сильно. Так, ну Армагона я в любом случае беру. А тут больше никого не взять. Ладно, сделаем тогда немножко по-другому с тобой. Пойдем ва-банк. Если я, например, возьму вот этих персонажей. Если сейчас Армагон не завалит Бакстера Стокмана. А, его здесь нет, подожди, Донни. То
то, скорее всего, у нас и не получится здесь никого. Ну что это? Ну что это за урон? Ну ё-моё, ну зэк. Чётенько. Слушай, ну тогда шанс есть. Если не, конечно, сейчас все быстренько не переключатся на зэка. А они так и хотят его завалить. Получите волну и подавитесь. Все, друзья мои. Я уже не знаю, как там протянуть, чтобы все тютелька в тютельку было. Откатов-то мало у нас. Но сейчас будет где-то 25-я, да, позиция, получается. 22-я. То есть мне как минимум нужно еще 3 поединка. Вот как мне их сделать? Вот как мне сделать эти 3 поединка со своей вот этой вот армией? Уложиться, так сказать. Нет, ну давай попробуем, конечно. Тут, конечно, Армагон. Армагон очень сильно выручает нашу команду. Блин, тут еще такая братва собралась против нас. Ну, естественно, тут делаем с тобой уклонение, чтобы не получить урон. Так, этот усиляет команду. Ну что, поехали. У них вроде бы хила здесь нет, насколько я вижу. Слушай, ну двоечку мы минусанули. Тогда нам остается с тобой... А, Рафаэль у них хилер. Так, минус. Здесь что нам сделать? Давай, наверное, вот так вот. Есть. Запах изо рта. Такое ощущение, что это вообще не запах изо рта, а запах из другого места. Потому что когда он прыгает, вонь почему-то из-под низу идет. А не изо рта. Так, ну что, где-то 10-я должна быть позиция. 11-я, ну почему 11-я? Я думал, 10-я будет. 2 отката, ребята, 2. Я не знаю, я попытаюсь уложиться. Так, Армагоша. Ох, елки-палки. Ну вот как вот, ну вот скажи мне, ну Сплинтер, блин, и Карайка. Ну, ведь порвут их, понимаешь? А, ладно. Ладно, даже если мы получим звездюлей, все равно мы хоть сколько-то продвинемся. Тут еще и слэш, блин. Так, ну конечно же, Армагон ходит первым, понятное дело. Ты серьезно сейчас? Карайка, не подведи. Так, ну хотя бы слэш уронили. А, мы даже двоих уронили. У-у-у. Слушай-ка, тогда мы с тобой делаем провокацию. Да. Плюс мы вырубаем с тобой вот этого ханорика. Так. Рубим Донателло. Ну и остается Микеланджело. Ху! Друзья мои, я прям даже не ожидал, если честно, что вот так вот у нас получится все. Так, смотрим. Попадем мы с тобой в топовое место или нет? Да, друзья мои, да, у меня еще один откат остался. Все-таки при желании можно, ребята, сделать хорошие чудесные вещи. Ну, а теперь давай делать все-таки задание наше. Пройти серию испытаний. Погнали. Пойдем с тобой серию. Кстати, а что я пужался-то? Мы же, по-моему, за прохождение вот этих вот ежедневок получаем с тобой откаты. Или я что-то путаю? Сейчас посмотрим. Так, грибочки, да? На-ка, получи. Ну что ты тут пыхтишь? А, ты хил. Тогда мы Ванечку будем осаждать. Ну-ка. Ну, Супер Шреддер, ну что же ты такой, ну, ватненький-то, ну, господи, ну, мог же завалить его. Так, Лео, уничтожай этот гриб. И переходим с тобой на вторую волну. Так, на второй волне муха и крип. Так, масуха есть где-нибудь? Нет у нас никакой масухи, есть только ярость Рафа. И, ну, естественно. Давай, Рафаэль, отлично. Он у нас усилен, он сейчас так будет бомбашить. Так, а теперь попробуем сделать вертушку от Усаги. Думаю, пробьем. Да, не пробили. Так, минус муха и, наверное, минус крип. Все, друзья мои, серия испытаний у нас пройдена. Теперь остается нам сыграть в 3 сложных боях и в 10 простых, да? Но это мы будем делать на поиске, когда отправимся... Для нашей Карайки будем искать элементы. А нам осталось, по-моему, тут найти всего лишь, да, 2 шляпы с напитками. Вот, попробую еще, ага, 1 и 2, все, ребята, шляпу мы накопили.
прокачиваем до 5-й ступени. Так, а здесь нам нужно, блин, офигеть, 7 кукол Дарума найти. 7. Ну, давай вот здесь, наверное, попробуем. Так, мутаген 125. Ага, раз. 2. Подожди, а у нас что, уже задание? Погоди-ка. Ну да. А, нет, нет, я ошибся, ребят. Тут еще 4 боя надо сделать. Я уже думал, только начали, вроде бы уже все, нашли. Нет, еще пока есть 4 боя. Навыки. Так, кукла. Катушка с пленкой выпадает. Это нам не нужно. Опять катушка, да что ж ты. Тут мутаген. Опять мутаген, ну все. Сбил себе, да, удачу. Так, ну что, давай еще пока есть у нас вроде бы. Опять мутаген. Да что ты будешь делать, эта кукла Дарума не хочет выпадать, ребят. А нужно всего лишь там 4 штуки нам. Ладно, мы уже просто задание с тобой выполнили. Так, и поднять уровень персонажа. У нас, по-моему, очень мало мутагена. Всего лишь 9700. Ну, на 2 разика, я думаю, хватит, да? Раз, два, три. Ну что же, Донателло ролевой у нас получает 47 уровень. Это меня радует. Так, забираем здесь всю награду. Так, заходим с тобой в магазин, смотрим, что у нас там по предметам. Здесь приобрести нам некого. Так, 60. Давай покупать 3 ДНК на Донателло Космос. Ну что, ребята, еще сколько получается? 30 ДНК, и все, и он у нас будет прокачанный в голду, в полную, фул золотой ранг. Ну, а по жетонам, как ты видишь, все у нас довольно кисло. Тут пицца нам не нужна. На испытаниях, как ты видишь, эксперт и платиновая пока закрыта. Девичью силу мы с тобой прошли в прошлой серии. Здесь... Ну, а здесь мы с тобой не пройдем. Единственное, что я не знаю, ребята, можно пофармить. Попробовать. Ну, если фармить, то, наверное, лучше в девичьей силе. Поехали. Ага, не тут-то было. 40 жетонов. Опять 40 жетонов. Да что ты? Ты издеваешься? Вот, совсем другое дело. Ведь можешь. Так, а вот теперь попробую-ка вытянуть шинигами. Тут, как говорится, шансы уже такие маленькие, что 2 попытки осталось, ребят. Они меня решили затравить жетонами. И куклу Дарума. Да, к сожалению, мы не получили с тобой шинигами, но хотя бы кунаичи получили. В принципе, и все на сегодня, ребят. В топчике я попал, немножечко пофармил. Естественно, завтра у нас будет пятница. Но у меня, понимаешь, рабочая смена будет. Я приду с работы, надо будет отдохнуть. Если только под вечер, перед работой, успеть поиграть. Потому что, ну, хотелось бы, конечно, пройти Супер Шреддера. Фиг с ним, что он у нас есть, показать вам. Ну и по возможности пофармить, ребят, вот эти элементы для прокачки скиллов на наших бойцов. Так, ну что, времени у нас еще достаточно. Наверное, все-таки я успею поиграть в черепашки-ниндзя, безумные мутанты. А пока будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Носим панцирь, как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь 4 ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам, это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки. Носим панцирь, как рубашки, юные таланты.